Всем привет! Доброе утро! Мы приехали на Растрию. Растрию – это рынок вторых рук. А зачем мы приехали сюда? Кстати, это находится в городе Альмунекар, в котором я очень часто бываю. А приехала я сюда, чтобы купить вот этому игрушки. В магазине игрушки дорогие, а здесь со вторых рук ему самое нормальное. Порвать ее в день. Вот, по евро, по два. В общем, сейчас посмотрим, что почем и как. Тут вот такие сумки кожаные продаются. Это делают в Альпухара в горах. Или негры продают. Ось, 5 рублей. 5 евро стоит. Чуть 5 евро. А, 5 вот этих связок за 3 евро. Недорого, нормально. Вот такие крупные. Видите, здесь всякая фигня продается. Кстати, мне вот это вот нужно было. А мне нужны игрушки. Погода сегодня замечательная. Мы позавтракали. Сделала за которое время. Сегодня себе, знаете что, яичницу с овощами. И что-то она мне не очень. Я ожидала большего от нее. Всякая бижутерия. Кстати, наш бывший сосед делает все сам. Правда, сосед из соседнего дома. Так вот, камни всякие. В основном здесь продают либо цыгане, либо иностранцы. Которые, вот вы знаете, англичане, французы, они продают все, им по барабану. Они вот носили обувь там 5 лет. И потом они ее сюда приносят. Я не знаю, кто-нибудь покупает это или не покупает, но просто вот одежда, смотрите, висит уже. Я такую обычно выбрасываю. Ничего, он висит, продается. Вообще фигею. И, наверное, есть люди, которые покупают. Я понимаю, там, если бы ушные, там, в хорошем состоянии. Но когда уже видавшие виды... Чего ты там увидел? Нет тут игрушек пока. Обувь. Ну, походу, новая. Видно, что не очень ношена. Так, я вот так немножко вам покажу, а потом отключусь, потому что я нифига ничего сама не вижу. Мне игрушки припущу. Да, видите, куртки всякие, которые там уже резаны впереди. Тут вот вроде какие-то игрушки есть, но они больше пластмасс. А вон там... Нет, это не то. Так, вот. Весы, помните весы? Такие были старинные. Вот для чего они? Для декорации. Ой, утюги, гляньте. Утюги, кому утюги? Это прямо это, как здесь говорят, чатары. Пеницы. Ужас. Тарелки, гляньте, какие. Вазоны. Камни. Зеркало. Вот кто такое купит? Не знаю я даже вообще. Удивляюсь. Все по 3 рубля. Серебро. Серебро, серебро. В общем, всякая всячина здесь можно, если вот так поискать. Всякие приправы, чаи. Ну-ка, посмотрю, чаи сейчас. Так, вот интересно. Для всяких. Смотрите, очень много картин. Народу прям стоит столько. Старинная мебель. Старинная мебель. Смотрите, сколько стоит, конечно, но все это бешеных цен. Когда искали мебель, ну я просто для прикола спросила. Пипец, цены какие. Я не любительница старинных вещей. Вот игрушки смотрю. Поэтому не мебели. Я не очень люблю старинную мебель. Но есть люди, которые тащатся по ней. А этот, смотри, что это такое. 35 евро набор вот этот. Кружки какие-то. Одежда вот так валяется.
Сумки. Я бы, знаете, его я, можно из дома тоже вынести и тоже прям вот получится дофига всего одежды попродавать. Чего только нету. Может, ты же лекарь снесла надо? Всякой фигни. Это захламлять вот дом. Так, такой фиг. О, даже лифчик, смотрите, бронзовый, пожалуйста, вам. Это ведь кто-то сделал, да? Надо же. Искусство. Это искусство. Гляньте, какая красивая лампа. Здесь все балабанят на английском, на французском. Так. Всякая бижутерия пластмассовая, 2 за евро. А это вот, наверное, кто-то крючком сам вяжет, тоже красиво. Собачки везде такие маленькие, смотрите, какой пупсик. Пупсик какой маленький. В общем, так, будем гулять. В итоге купила вот такую игрушку Чарли и 5 вот таких вот связок спаржи за 3 евро. Мне показалось очень дешево. В Меркадоне или Алькампо оно стоит евро, ну, 2 евро где-то вот связка, а здесь их 5. То есть выиграли. Идем в машину. Где она припаркована, я понятия не имею. А, вон, вижу. Сейчас я его отпущу немножко. Ну и как наше воскресенье может пройти без нашего парка? Этого просто не может быть. Поэтому мы приехали уже на наш парк, чтобы Чарли побегал. Ему сегодня жарко, едет весь в машине такой, спит на полу. Хотя мне не жарко, нормально. Ветерок такой прохладненький дует. На пляже, конечно, народу пипец сколько. Приезжали было вообще все в зонтиках. Люди хотят жары, пляжа, море. Ну, а я на пляж езжу только для купания, а купаться пока еще очень холодно. Я человек теплолюбивый, поэтому подождем еще все лето впереди. Накупаемся еще, успеем. Зато здесь никого. Красота. Да еще время, это уже 2 час, представляете? То есть почти что обеденное. И поэтому кто здесь будет гулять-то? С утра, если только туда. Такие пироги у нас. Здесь скосили траву и пахнет сушеным сеном. Боже, какие воспоминания. У меня в детстве, у нас же было у бабушки много хозяйства. И вот тоже косили сено 2 раза, по-моему, или даже 3 раза в год. Потом его переворачивали. В общем, кто жил в деревне, знает, как это. Переворачивать, сушить, потом собирать так в кучки, потом в сто... Омёт, по-моему, назывался. И вот запах прям сушеной травы. Не скошенной, а сушеной. Обалдеть какой. Прям деревней навеяло. Ой, блин, вот знаете, когда живешь в деревне, думаешь, блин, как все это надоело, деревня, огороды. А когда вот так вот вспоминания идут, то вообще супер. А еще чем-то пахнет очень вкусно, какими-то цветами. Что просто можно обалдеть вообще. А там в гольф играют. Слышу крики иностранные. А впереди дети идут. А Чарли у меня что-то испугался. Я его полпути надо на руках несла. Блин. Ой! Чуть не мандыкнулась, блин, пипец. Чуть не мандыкнулась. Было бы смешно в прямом эфире свалиться. Та-дам! Вот что я буду сейчас есть. Мне так закатилось кебаб, аж слюни текут. С гаспачо, я не знаю. Вот. А муж сейчас поедет с сестрой, там они договорились. Главное, время-то уже поздно, 3 час. Уже в это время давным-давно поела. И они куда-то там, типа, пиво пить. Я говорю, я не хочу сегодня пиво пить. Я уже нагулялась, свой режим выполнила на сегодня. Сейчас включу кино. Свой любимый кебаб, налью гаспачо
и кайфовать буду. Всем приятного аппетита. У нас вечер проходит все как надо. Планшет, чтобы в Ютубе ковыряться. Телефон, чтобы отвечать на WhatsApp и сериал. Ну и мой любимый Чарли, которому я дала вкусняшку, и он ее вылизывает с покрывала. Вкусно, Чарли? Чарли, вкусно? Кстати, вот его игрушка, там уже вижу либо глаз отгрызанный, либо еще что-то. Но уже страдает, как говорится. Так, вот-вот. Он с ней даже спит. Заходите в Инстаграм, я там фоточку выставила такую прикольную. Как он с ней спит. Ни раз. Господи. Ну, в общем, вы поняли. А я такой лох вообще, девочки и мальчики. Я вообще с ума. Я сегодня... Ой, смех и грех. В общем, ну, как всегда, залазю там в этот, в свой, ну, на сайт банка, посмотреть, что почем и как. И тут до меня доходит, что я не перечислила 1 числа за аренду. Деньги, представляете? И тут, и в машине я как раз сидела, мужа ждала. Думаю, блин, дай-ка я это сделаю. Перечислила, что-то у меня не получалось никак. Я еще раз нажала, и потом до меня доходит. Думаю, блин, я, наверное, 2 раза ему отослала за аренду. Что вы думаете? Так оно и получилось. То ни разу, то 2 раза. Пыталась тырк-пырк, чтобы все это аннулировать хотя бы 1 раз. Ничего не получилось. Завтра пойду в банк. Если смогу аннулировать, то аннулирую. А если нет, то просто напишу ему сообщение или позвоню и скажу, что я ему заплатила за 2 месяца. Ой, Маруся, тут у нас праздники были, поэтому я думаю, что он особо-то и не поймет, ну, хозяин парикмахерской, что там я что-то задержалась или что, еще что-то. Вот. Но зато 2 раза сделала. Ой, блин, как-то из головы вылетело совершенно, что я должна платить. Надо мне напоминалку сделать себе. И вот такие вот у меня. И сейчас тоже перечислила за Wi-Fi. Там тоже на работе. В общем, там у меня последние числа месяца и первые числа месяца. Это вообще какой-то дурдом. Везде надо платить. Туда заплати, сюда заплати. И вот что-то из головы совсем выходит. А раньше я тем более за аренду не платила через банк. А платила наличкой в магазин сестры, а там он уже забирал сам. Ну, не он сам, он инвалид, он не выходит из дома. Его сестра, когда приезжала, она уже забирала и передавала. А так как сейчас магазин закрыли, сестра мужа закрыла магазин. Вот, ну, уже нерентабельно там им просто. Там у нас второй открылся, и нерентабельный, они его закрыли. И, в общем, он мне сказал, что перечислять, сделать перечисление через банк. Ну, мне оно и лучше, никуда не ходить, ничего не потеряется. Ну, вот видите, 2 раза заплатила. Как это, скупой платит дважды, да, а я тут это, с больной головой платит дважды. Ну, пипец, забыла, и в машине меня туркнуло, а там, видимо, интернет по... Ну, не такой быстрый, как дома, и что-то там она пока оформлялась, я решила тут... И повторить операцию. Ой, блин, повторила. И когда я уже дочухалась, я уже, знаете, понимаю, что я делаю это 2-м разом, и тем не менее палец нажимает твою дивизию. Нажал палец. Вот так. Смотрите, какая милота. Какая милота. Ой, я еще такой прикол был вообще. Это вообще, чтобы муж туда ноги ставил. Ну, понятно, да? Нет, Чарли думает, что этот коврик это его. И он 1 раз вот так вот начал, он, значит, сидел на вот тут вот, ну, коврик вот так вот ушел, и он его раз так хотел ногой вот так вот поправить. Чарли, значит, захватил эти своими зубами вот это вот и начал оттягивать в свою сторону. Муж сюда, Чарли туда. И главное, рычит на него такой, типа, ты чего, отстань, это мое. Ой, я так ржала вообще над ними. Один сюда тянет, второй туда тянет. И вот они этот коврик никак. Я говорю, надо ему тогда еще новый коврик. Так, это что? Это вот что такое было? А, это был нос. Вот, это был нос у Микки Мауса. Микки, 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 я тебя люблю. Это был нос. Ну, вот так потихонечку он. Нос, глаза, уши. И вот. Потом делает дырочку в нем.
И оттуда вытаскивает все внутренности. Ну, обычно там синтепон, наполнитель. И вот он его вытаскивает. Потом у меня вся квартира как в снегу, в белом этом синтепоне, везде-везде. Прихожу, собираю. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Зато он с ней вон как ее. И так, и так. Трехугеты. Трай. Трехугеты, коры. У нас все открыто, жарко, тепло, вообще классно. Вот, видите, опять на коврик. Оп. Сейчас уляжется и будет что-нибудь у него грызть. Такой прикольный. Радость, видите, какая. У нас 10 час, почти 10, представляете? Ой, почти 10, 9:30. И так светло. Какой ситчи. Все время выхожу на балкон, и когда вижу парковочное место, думаю, блин. Хотя у меня машина вон там припаркована недалеко. Так, сегодня тепло было во второй половине дня. Прям даже жарище, знаете. Я вышла с вами попрощаться, потому что у меня сейчас будет последний герой передача, и мне уже будет не до прощания. Я буду вся в последнем герое смотреть, что там и как там. Как-то машина странно приехала оттуда. Так что всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Кое-какие планы есть, так что оставайтесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до завтра. Пока-пока.